Почему ты выбрал противником Дональда Сероне? Ведь вариантов у тебя было много. Почему он? Я обещал ему бой. Между ним и мной есть история. Небольшая, но история есть. Я сам жду этого боя не меньше, чем фанаты. Этот бой меня заводит. Я сразу захотел провести этот бой. И я это ценю. И ценю, что этот бой принял Дональд. Он провел много боев. Последний раз мы с ним виделись на пресс-конференции Жозе Альдо. А потом он провел очень много боев, и так же, как у меня, у него есть семья. Его воспитывала бабушка, и я уважаю все, что ковбой об этом сказал, и то, какой у него подход к бою. И на самом деле, знаешь, мы оба положили жизнь на карьеру бойца, и потому мы друг друга уважаем. И это будет хороший бой. Я понимаю, что от меня такое слышать непривычно, но я считаю, в данный момент моей карьеры к боям нужно подходить именно так, особенно сейчас. Я рад своему возвращению в бои и тому, что оно выпало на начало года. На бой против Дональда. Вечер этого боя будет хорошим. 18 января я буду сиять и показывать в октагоне магию, как было много раз до этого. Но этот раз будет особенный. И противника, и вес ты выбрал сам, но вы могли провести бой в легкой категории. Сейчас я вешу чуть больше. Сколько ты сейчас весишь перед этим боем? Я внизу категории, примерно 73 килограмма. Тогда почему не согнать вес? Мне кажется, ковбой в легкой весовой не очень хорош, поэтому я выбрал полусредний вес. Ты не хотел сгонять вес? Почему я должен не хотеть? Нет, мне плевать. Я могу побить его в любой категории. В любом весе, это совсем не важно. Я буду его бить и порхать. И на вес, мне плевать. Я не хотел отвлекаться от тренировок на весогонку. Я делаю себя лучше, и мне не приходится гонять вес, а потом набирать. Я рад, что я дерусь в этой категории, и мне нравится, что в данный момент происходит в этой категории. Взять, к примеру, пояс Масвидаля или бой за чемпионский пояс. Мне нравится, что происходит в этой категории. Мне, я чувствую себя заряженным. Это мой натуральный вес. Ну и, пожалуй, все. Тут открывается гораздо больше вариантов. Опа, давай! Заводи! Музыка прибавляет сил этой безумной команде. Об этом я тебе и говорил. У меня встали дыбом даже кости. Как же я это люблю. Yeah.